Здравствуйте. Прикупил сегодня несколько грамм пластинок, штучек 8 здесь. Ну, очень дешево, то есть даже об этом и разговора никого нету, то есть копейки. Значит, вот из этих всех грамм пластинок, там на 78, но более поздние, но это вот одни из ранних долгоиграющих на 33 оборота апрелевского завода. Песни Бориса Макроусова. И вот с этой стороны, вот, кому интересно, можно посмотреть. У меня на 78 эти песни есть. Но пластинка в очень хорошем качестве. Из этого всего, что еще. Ну, правда, конверты я еще не перебирал, так только толком. Вот. Вот есть белым снегом. То есть государственный уральский. Русской народной песни. Видите, вот народный хор. Значит, тех, которых у меня нету, во всяком случае. Мне 20 лет. Фокстрот. Георгий Оц. Значит, на эстонском языке. Видите, уценено. Уценяли. Значит, 12.08, не то 64, не то 69. Что-то там по цифре я так и не понял. Взял такую. Это вообще было без конверта. Наши просторы тоже государственный народный хор. Вот. Ходят двое над рекой. Значит, вот хорошая грампластинка. Вот нечастая именно на 78. То есть Валерия Бадзинский на болгарском языке. «Луна на солнечном берегу». Здесь фиалки фирмы «Мелодия». Так, это у нас вот «Ой, мороз, мороз». Русская народная песня. Вот. Значит, что здесь еще? «Перекресток» Маргарнес. Ну, это понятно, что такое у меня тут. Такие, вернее, такая грампластинка даже поздняя есть. Но качество хорошее в этой грампластинке. Поэтому тоже взял. Вот еще одна уцененная из оперетта «Веселая вдова». Вот. Это романс исполняет Матвеев. Давайте, может, прослушаем какую-нибудь. Сейчас я включу, чтобы нагрелось. Вот давайте «Мороз, мороз». Она, правда, не мытая, но... Я думаю, более-менее звучание будет русское народное. Так, сейчас мы проверим, или нагрелось. Я так люблю эти сны. Нагрелось. Не морозь меня,
такое звучание на этой грампластинке. Спасибо, до свидания.